Это ерунда какая-то. Собек не могла быть моей матерью, она жила давным-давно. Все бестолку, я ничего не выяснила. И это твоя реакция на все, что ты узнала? Хныкать, как капризный ребенок? А ты попробуй мне то же самое в лицо сказать. Ну хорошо. Неужели ты не осознаешь монументально сделанного тобой открытия? Я ждал от тебя большего. Ну, лицо у тебя есть. А имя прилагается? Из всех, которые ты могла задать, ты выбираешь этот? Я потратил десятилетия, исследуя руины предтеч и пытаясь разгадать тайну их гибели. Долгие годы я подозревал, что их мир уничтожили роботы Фаро, но не знал наверняка. За минуты тебе удалось узнать больше, чем мне за всю жизнь. И что у тебя на уме? Мое имя? Сайленс. Вот мое имя. А теперь попробуй задать мне другой вопрос. Не такой тривиальный. Раз ты такой умный, почему так мало знаешь? Ты же полжизни провел, ковыряясь в земле. Не моя вина, что ты неумеха. Я пришла к этим руинам в поисках Элизабет Собек не из-за того, что она сделала столетия назад, а потому что сейчас на меня идет охота. Сейчас! Меня эта твоя чушь уже достала. Что ж, поздравляю. Сначала ты просто хныкал, а теперь закатываешь истерику. Уверен, Элизабет тобой бы гордилась. Возьми себя в руки и начни рассуждать здраво. Только тогда ты сможешь осознать величину своих проблем. Что ты пытаешься мне сказать? Ты искала правду о себе, а нашла целую гроздь тайн. У них общая нить, твоя связь с Элизабет Собек. Но что это за связь? Она не могла быть моей матерью, раз жила сотни лет назад. Пока нам это неизвестно. Единственный способ узнать – идти дальше, делать новые открытия. Благодаря тебе мы узнали, что когда-то роботы Фара чуть не уничтожили все живое. Но этого не случилось. Цивилизация предтеч была уничтожена, но жизнь уцелела. Очевидно. Итак, что же она сделала? Как она остановила роботов, пока не стало слишком поздно? Что такое новый рассвет? Вот это верный вопрос. Ну? Скажи, ты готова это выяснить? Конечно. Тогда чего ты ждешь? Не так быстро, Сайленс. Мы с тобой не договорили. Я сказал достаточно. Если еще есть вопросы, задавай быстрее, не трать мое время. Ты говоришь, ты и раньше знал, что цивилизацию предтеч уничтожили боевые машины. Все на это указывало. Но прежде я не знал, что угроза их так велика. Что они перерабатывали биомассу в топливо, или что Гор мог производить новых роботов. Как ходячий котел. Но те роботы, что мы видели, захватчики и истребители, они такого не умеют. Пока не умеют. Не попадалось неповрежденных экземпляров. Так что кто знает, на что они правда способны? Хватит болтать, иди уже. О, нет. Я только начала. Ты здорово устроился на моем горбу. Сам не рискуешь, а я рискую всем. Вот сниму с себя эту штуку. И ты будешь слепой и глухой. Так что уж будь добр, отвечай на вопросы. Хорошо. Спрашивай. Насколько я поняла, затмение выполняет приказ. Убить меня хочет Аид. Кто он? Не знаю. Они зовут его Погребенной Тенью. Какой-то бес. То создание, что со мной говорило, из-за которого взорвался визор. Это Аид? Это был не человек и не машина. Скорее, призрак. С жутким голосом. Он хочет твоей смерти.
Из-за моей связи с Элизабет. Наверняка. Руками затмения Аид хочет воскресить роботов. Но раз Элизабет нашла способ остановить их, может, создала оружие. Аид боится, что смогу и я? В тех древних данных, что я нашел, упоминалось о разработке некого супероружия. Может, чтобы сдержать роботов, предтечам пришлось уничтожить свою цивилизацию. Кто ты такой, Сайленс? И чего добиваешься? Тебя так волнуют эти подробности? Я одинокий странник, что покинул племя много лет назад. Исследователь запретных мест, искатель знаний. Все, как я и сказал. Откуда тебе столько известно о затмении? Мне вообще много о чем известно. Если ты спрашиваешь, не служу ли я им или кому-то другому, нет. Я никому не подчиняюсь. Ты следил за мной через мой визор. Как это возможно? Визоры испускают сигнал, голос, который слышат только другие визоры. Я знаю, как связать эти голоса, как сделать, чтобы визоры слышали друг друга на больших расстояниях. Где ты этому научился? На это ушли годы экспериментов. Это похоже на то, как ты подчиняешь себе машины. Я подчиняю визоры. И в визоры затмения можешь заглянуть? Как правило. Только вот вклиниться в их соединение непросто. Есть ли хоть какой-то шанс, что Элизабет Собек до сих пор жива? Маловероятно, но возможно. В древних архивах упоминались методы продления цикла. Фармакологические, это слово значит лекарство. Но также были эксперименты с заморозкой и разморозкой людей. Заморозкой и разморозкой? Это называлось криогеника. У них не получалось. Учитывая выдающийся интеллект Элизабет, нельзя исключать возможность, что она нашла способ побороть смерть. Но это лишь домыслы. Мы тратим время. Элизабет говорила, что направляется на некую базу командования роботами, рассказать о новом рассвете. Есть такое место — руины. Азирам зовут его Кладом Смерти. Клад Смерти? Весело. Ищи его в восточных горах. Он погребен под тушей Железного Беса. Или модели РБО-7 Гор, как мы выяснили. Я свяжусь с тобой там. Жду не дождусь. Надеюсь, когда мы встретимся, ты будешь вести себя повежливей. Ну, по крайней мере, спуск займет куда меньше времени, чем подъем. Теперь мне надо найти базу командования роботами США и выяснить, что такое новый рассвет.